А дома будут ждать с победой. Воспитанница спортивной школы «Фокино» в составе сборной Приморского края примет участие в первенстве России по легкой атлетике. В период с 28 по 30 января город Пенза будет принимать первенство России в помещении среди юношей и девушек до 18 лет 2005-2006 годов рождения. Первый старт такого рода в стране в наступившем году. Наш городской округ на этих соревнованиях в составе сборной Приморского края будет представлять юная спортсменка из Фокино. Анна Демина готовится под началом тренера высшей категории спортивной школы Фокино. По итогам открытой тренировки, прошедшей в дальневосточной столице и являвшейся отборочным этапом для участия в первенстве России, легкоатлетка стала второй на спринтерской дистанции в 60 метров. В финале ее результат составил 8,21 секунды, что приравнивается к нормативу первого спортивного разряда. Также она будет делать еще одну дисциплину, кроме бега 60 метров, будет прыгать в длину с разбега. У нее как бы результат лучший 5.15, на отборе сейчас она напрыгала 5.12. Но это с учетом того, что у нас ямы прыжковой в осенне-зимний период нет, тренироваться нам особо негде, и от соревнований до соревнований. Спортсменка практически без подготовки показала отличный результат, прыгнув в длину на 5,12 метра. По словам тренера, достичь этого помогли не только хорошие физические данные девушки, но и большая работа над собой. Тренировка силы, выносливости, скорости. К большому сожалению, в нашем городском округе нет манежа с прыжковой ямой. Стало бы больше возможностей, да, заниматься. То вот как бы в спринте, если в зимний период, где нет негде делать отрезки и негде делать прыжковую работу определенную, то как бы то становится все сложно. Придумывать какие-то упражнения для того, чтобы заменять одни упражнения другими, для того, чтобы можно было там выполнить в этом виде какой-то норматив. Сама спортсменка говорит, что в легкую атлетику она пришла в раннем возрасте, и теперь спорт ее не отпускает. Соревновательный опыт у девушки уже есть, но волнение присутствует тоже. Где-то в глубине души все равно есть какой-то страх, но нормально, я готова. Хотелось бы пожелать заниматься спортом, потому что спорт – это всегда прекрасно. Спорт – это и здоровье, и красота, и уверенность.